Друзья мои, всем приветики, всех приветствую. У нас, девочки, вечер. Вышла посмотреть, чем муж занимается. А занимаются они здесь делами серьезными. Саша, а что он там снег отгребает, Даня? Он там не нужен, этот будет перебрасываться туда потом. А, этот снег из садка он убрать. Здесь. На этой тележке он подъедет. Дрова возить. У Марины дрова заканчиваются там. Но я говорю, хлам лежит. Вот этот хлам надо было еще по весне испилить. Испилить, разрубить. Ой, проберусь, нет, я сюда. По весне, я сказала, ага, по осени. Все, фонари у нас еще не включили время, потому что 7 часов. Что говоришь? Скрыся скидали, застыла все, видишь, погода. Минус 30. Минус 5, 0. Опять минус, сегодня минус 32 было. Слушай, холодает сейчас. А днем что-то 15, вот сейчас пока еще. Холодно стало, я вот сейчас вышла, прям чувствуется. Вообще. Да хлам этот, чтобы не мешался, конечно. А я тебя просила, кстати, ну, чтобы ты его вывез. Я надо было. Жалел, я думал, вдруг сгодится. Кто, хлам? Да. Что тут может сгодиться? А на растопку, смотри, сколько, целая куча. Просила я его вывезти под сарай туда, в этот, в дом 2. Сейчас бы он под снегом не лежал. Вот. Так что вот муженек не послушал. Че? Да я хотел пилой. Что-то я, а если по шары, да уже темно. А гвозди и что-то. Ну-ну. Цепь новая, я не хочу портить. Сейчас цепь-то около 1000, мы за 700 чем-то, не 800 я покупал. Я не знаю, ты мне не вот говорил. Вот да, когда в том году я покупал. Но. А сейчас цены... Трексик! Я не удивлюсь, если она 1000 стоит цепь. Да, он радуется. Да? Увидел. Увидел меня, да, и мне радуется, и хозяину. Ой, блин. Что я? И что ты хочешь? Ты что хочешь-то все из этого изрубить, ага? Ну почему все? Ну сколько-нибудь. Сколь-нибудь. Конечно. Хорошая попалась. Ремнёшка. Там, конечно, еще есть дрова у нее, но все равно. Все равно надо это еще. А покупать пока нет возможности. Понятно. Дрова, получается, не колотые 7 тысяч. Если не подорожали, да? А колотые 8. У кого-то 10. Ну, цены разные, да, везде. Так что. Ой. Раньше все землянки у нас были. Сейчас, ладно, модуля. Сейчас с обогревателями стоят, все равно электричество. А, на работе-то? Ага. Раньше землянки, избушки. Ну, я помню, кстати, ты рассказывал, но пришел, говорит, в землянке там. Вот ты топишь эту землянку, топишь. В обед пришли, подбросили, утром пришли, растопили. Потому что рука пристрелит, пока в инструкторе распишешься. Угу. Вот. И вот так же старье всякое мы вон кувалдами нарубим. На, на. Кого он там отрывает? Роет что-то. Кузя. Ушей, наверное. Ой, кстати, да, помнишь, он маленький был, когда? О! Он здорово любил мышей. Конечно. Он мышей ловил. Он их везде чует. Ну? Крыс ловил. Ну да. Да, интересный такой пес был. Муж его с работы привез. Он у нас уже что, лет 8, наверное, живет? Ну да, прилично. А Рекс у нас живет, получается, 3-й год. Ну, Рекс-то помоложе. Ну. Ну, ему 3-то года есть. Его щенком взяли. Маленький, маленький, пушистый щенок. Ну. Три года назад мы его брали, получается, ну, жили на 2 дома. Брали в тот дом. Матери, да, мать еще живая была. Взяли его туда, в дом. Ну вот. А потом пришлось его сюда забрать. Некуда было. Куда мы его отдадим? Да, Рекся. Все, и вот сейчас у нас вот так вот и живут. Кузя и Рекс. Дома, девочки. Помыла посуду. Перемывала все.
Так, Виталий выпекал вот такой вот чудесный пирог, шарлотка с яблоком, с бананом. Виталий занимается выкладкой видео. Видео выложил на Яндекс.Дзен, девчонки. Так, это что, на YouTube, ага, выкладываешь? На YouTube. Я монтирую, у меня еще монтируется видео, я, девочки, параллельно снимаю. И... Так, ножичек, давай-давай маме. Давай мне тоже. Нет, братик сейчас нарежет, девочка там хнычет. Все, Даня помогает папе, Виталя. Я буду лечать. Да ну не надо ножик-то, ну-ка, балуешься. Все, пирожок. Сейчас нарежет, братик. Не капризничай. Все. Вот такой вот пирожок красивый. Девочки, заходите на Яндекс.Дзен, подписывайтесь. Не забывайте, девчонки. Видео на Яндекс.Дзен копируются, правда, но на всякий случай мы с вами не потеряемся. Да, не плачь давай, не капризничай. На то писали, Матвейка капризный. Да, раскапризничается. Он сегодня не спал, у нас ребенок. И начинает капризничать. Конечно, на камеру... Не очень это приятно. Слушай, какой румяный получился, да? Будешь пробовать? Я буду. Будешь. Мы вот сейчас наелись. Курицу, девочки, две курицы выпекала. Курица с яблоком. Поужинали уже. Ну, слушай, прекрасно. В этот раз он еще добавлял этот ванилин, ага. Ванилин. Так что, девочки, вот пишите, да, вот что Виталя там то, пято, десято. Сейчас вот, пока я ходила, снимала, Виталя присматривал за Матвейкой, за Евочкой, да, за пирогом. Пирог вот только буквально вот недавно испекся. Так что Виталя делает свои дела. Вот такой вот пирожок вкусный у нас. Мы уже, девочки, почаевничали, отведали пирога. Виталя Матвейку кормил. Обалденный пирог получился, а? Марина пришла. Собрались, девочки, в светофор. Она сегодня нахвалила, что там новинки какие-то появились. А у нее денежка пришла, она решила, в общем, что-то себе прикупить. Что ты хотела прикупить? Продуктов маленько? Нет? В общем, сейчас поедем в светофор. Мы, девочки, поехали в светофор. Марину повезли, а я говорю, съезжу, посмотрю тоже детям. Мороженки возьму. У нас вот так вот огонечки мигают вечером. Вечером. Евочка пока спит, Виталя смотрит за Матвейкой, а Даня отдыхает. Снег потому что чистил. Они сегодня хотели на участке там разгребать и дрова оттуда повывозить, но не хватило времени. День пролетает мгновенно. Сейчас уже все темно. А что? Целый день работа какая-то. Но немножко поотдыхали, конечно. Отдыхать тоже надо. Я, девочки, отдыхаю в телефоне обычно. Сегодня третье видео. Я монтирую. Монтирую в этом. Смотрю, просматриваю. Очень много времени занимает. Но я вот пока Еву кормлю, в этот момент этим занимаюсь. Так что так проходит наш сегодняшний вечерок. Сейчас посмотрим, какие там новинки в светофоре привезли. Да, дочь? Ну что, девочки, светофор, оказывается, до 8 работает. А у нас время было без 5. Мы приехали, все уже. Вот. Муж хотел нас там оставить в светофоре. Говорит, на заправку поеду. Ну, все. Не судьба. Заехали на заправку, вон заправиться. Бензин. 44 рубля, Саша, да, бензин? 44,95. Почти 45 рублей. Так что сейчас заправимся и домой поедем. А в светофор уже завтра. Друзья мои, всем приветики. У нас новый день. Сегодня 13 марта. На улице холодина. Муж маску зачем-то одел. В машине. Чтоб лицо не продувало. Да. Мы едем, девочки, снова в светофор. Но у нас Марина сегодня учится. Тебе же на учебу? Да, сейчас. Ну просто я спрашиваю. Я 10 раз, девочки, спросила, потому что сегодня воскресенье.
Я думала, что в воскресенье не учатся. А что, почему вы учитесь? Так у нас преподаватели, она же работает. А. 2 дня там, 2 дня там. Ну-ну. Поэтому вот так и смотрим. Понятно. В понедельник и день учимся. Ну-ну. Ну вот, мы везем Марину на учебу. Поехали немножко пораньше, чтобы заехать в светофор. Ей вчера надо было что-то там купить. Но так как мы вчера приехали, а светофор уже закрыли. Вот, так что сегодня мы снова едем в светофор. А денек у нас, девочки, солнечный. Солнышко светит, но не греет. Мороз. Понедельник тепло обещает. Но понедельник завтра, посмотрим. Дорога вся таяла. Лужи стояли. А сейчас смотри-ка, ага. Холодина. Не посмотрел, сколько градусов? 21. 21? Ну, у меня есть, ты убавляй сразу. То есть прибавляй еще градуса 2. В городе всегда почему-то на окраинах на 2-3 разница. Ну да. Выше. Зимой. Там холоднее. А летом у нас, наоборот, внизу холоднее. Мы возле речки живем. Идем, девочки, в магазин. Вот режим работы, пожалуйста, до 8 часов. Машинки стоят, наверное, народу в магазине полно, ага. А не будем тележку брать? А? Не будем, так, ага. Мы, в принципе, не это, не закупаться. Мы такое, что-то Марине необходимое. Необходимый порошок, девочки, вот у нас привезли. Такой лотос. Что? Посмотрим сейчас что-нибудь. Тишина, народу немного. А муки, кстати, нету. Смотри, мы муку брали, девочки, по 300 рублей. 299 шадринскую. Вот ее уже нет. Пойдем на... Так что... А нет, нет муки. Муж говорит, а где мука? Мы взяли, слава богу. Подзапаслись мукой. Сегодня музыка хоть не поет. Ты хочешь мюсли взять? Какие-то вермишельки по 45. США, а смотри, вермишелька. 45 рублей 900 грамм. Не дешевая. А мы эту вермишельку тогда с тобой покупали. Самая она... дешевая вермишель, она это, разваривается. Такая не очень, но мы собакам варили. Немножко раз, чуть-чуть поварил. Угу. Понятно. Пиалочки. Это кисус. Кружка написана. Кружка керамическая с деколью. 62,50. Ничего себе. Угу. Эти дешевле. 49. Ну и что, на сколько? На 50 копеек? Ой. Нет. Ой, подожди. Нет, ну тут тарелка, смотри. Нет, на 10. Это тарелка, это для питья. Ну я поняла. Красивые, да. Понятно, 13 рублей. Тут надо смотреть, Марина. Смотри. Куда ты Внимательно смотри. У меня есть тарелки, мне это не надо. У меня тонкие. Мне надо, вот, чтобы наложить. Хотя бы вот. Достаточно. Типа такой вот. Тебе вот такую надо, ага, получаться. Да. Салатник 93,50. Пойдем дальше. Я хотела еще изюм посмотреть. Здесь вот чернослив без косточек. 209. Посмотри, Марина. А, вот, пожалуйста. Так, изюм черный. Ага. Что-то я не поняла. Что это цена-то? 49. В смысле? Это за 100 грамм или как? Или за штуку написано? Да ну нафиг. Что это? Что за изюм такой? Это мне не верится. Что-то дешево больно. Просроченный, может, какой-то. Что за изюм, девочки, такой? Черный изюм, виноград сушеный.
Ну что, срок годности где у нас? Так, сейчас посмотрим. Ну, цена, девочки, смешная. Что-то я не понимаю. Ну, что ты? На чай смотришь? Мы тебе вот покупали недавно такие чай. Есть, но тут новые. Есть? Ага. Ну, тебе нравится? Да. Кстати, смотри, пряники привезли, кольца. Девочки, они такие вкусные, ананасовые, свежие, мягкие. Цена 136 рублей. Ты будешь брать себе? Не ешь? Ой, я манюсь такими пряниками. Творожное кольцо, мягонькое. Хорошие, да. Хорошие. Упаковано 21.06. Срок годности 12 месяцев. Это до июня месяца она годна. Ну чё, почему они 50 рублей-то стоят? Ну, не знаю, до июня еще сколько? Нет, я ничего, да не надо считать до июня. Ты, что ты, месяца, не счит... Нет, ну вот просто мне интересно. Да ну не смеши. Ну посмотрим, взяли пачку. Пряники хорошие. Кстати, может я мало пряников-то взяла? Ладно, хватит, не будем жадничать. Не знаю. 131 рубль они, эти кольца стоят. Ладно, куда пачка. Ну. Не знаю, может это печенье. Печенье, да возьми лучше вот пряники, они хорошие, правда? А печенье я ем, ага. Так оно, смотри, какое. Печенье с начинкой, груша, клубника. Ну смотри. Тут чисто груша, вот. Там чисто клубника, там чисто. Ну, оно такое. Не знаю, смотри сама. Гематоген, девочки. Муж смотрит. Так, что, 86 рублей, 50 копеек. Ну, слушай, он как ранешный, наверное. Хотя, ну почитай вот этот состав. А то, ну конечно. Срок годности нормальный. Гематогена да, не было. Состав сахара, молоко цельное, сгущенное с сахаром, нормализованное молоко с сахаром, патока крахмальная, альбумин, чёр. Да там много чего. Да? Гемоглобин, ароматизатор ваниль. Ну возьми, возьми. Ну и всё. Берёшь? Беру. Ну, смотри. Пойдём. Ну-ка тут что в рыбном-то отделе? А толком ничего. Ничего не... Пусто, можно сказать. Так что, а то Марина там наговорила нам какие-то новинки. Ну, печенье вот не было, печенья не было. Пряников, кстати, не было. Гематогена не было. Да? Да. Мороженое, девочки. Я вчера мороженое детям хотела взять. Но мы вчера, получается, не попали. Так, мороженое. Молочное, чудеса света. Но я хотела... Вот. Чё ты стоишь, смотришь? Надо. Ну бери вот это вот, я не знаю. Какое? Вишневое, вот. Вишневое. Оно не кислое. Оно вкусное, нам нравится. Да. Весовое мороженое, кстати, ванильное. Ваниль, вот это вот. Нет, я не. Нет, ты возьми еще ананас. Ананас, вот это, ага. Все, достаточно. Ну. Марина там сгущенку смотрит. А я, девочки, сливки смотрю. Ты берешь их, что ли? А ты не... А ты посмотрел срок-то годности? Вот такие сливки, девчонки, напишите, кто пробовал. Я до не знаю. Июня, или... До 17 июня. Может, их не... взять, думаешь? Ну, хочу. Ну, мы уж сами попробуем тогда. Че? А то в чай добавляю молоко. И молоко... Молоко магазинное быстро портится, да ведь? Откроешь пакет моментально, раз-раз и все. Но несколько раз используешь и выбрасываем ну, пол пакета. Но опять 189. Оно мелкое, смотри, 119, второй да. Сорт. Ну махонькое вообще. А там крупное по 209. Ну слушай, много яйца, кстати. Но. Голубиное яйцо. Что, все? Нарциссы, девочки, распустились. Декоративный горшочек, нарцисс свежий. Такие, ой, красивые. Саша, смотри. Красота. Но они не пахнут. Не пахнут. М-м. Саженцы плодовых кустарников весна. Так, приятный вкус. Крыжовник. Жимолость не было. А где у нас Марина-то? Ушла куда-то туда. Что, все? Так, что мы взяли, девочки?
Мы взяли мороженое. Две штуки. Мы взяли все-таки сливки. Все-таки. Ну, я не знаю. Непроверенное брать как-то страшно. Что страшно? Так. Пряники. Кольца. Гематоген. И изюм все-таки взяли. Марина себе взяла. Ты все-таки взяла вот этот чай? Я в прошлый раз тебе его что-то не стала брать. Так. Любительница чаев. Так. Соку взяла себе. Это что? Йогурт. Йогурт, напиток. Ты пробовала такой? Нет. Первый раз? Угу. Ну вот, вот и вся покупочка. Девочки, цветы появились разные. Так, клубни многолетников, 135 рублей. Так, это у нас бегония. Так, я гладиолусы хотела посмотреть. Саша, на, это кошелек-то рассчитаешься. А я посмотрю пока. Гладиолусы. Люблю гладиолусы, девочки. Так, 73 рубля упаковка. Вот такие вот. Желтенькие. Здесь даже салатовые есть. 5 лук. Нет, 4. 4 луковицы. Сколько? 5? А тут что-то 4, мне кажется. А может маленькая? Нет, 4. Вот. А здесь 5, да, даже вот уже проклевывается росточек. Так что, ну, тут получше. Выбирать надо, да? Да, да, да. Шиканула дочь у нас. Сколько ты, говоришь, потратила? 290. Ну вот видишь, да, шикуешь. Дочь себе футболку заехала, купила еще. Тут кое-что себя порадовать. Ты потом скажешь нам, печенье нормальное, нет? Ну. Домой едем. Даня позвонил сейчас, говорит, Ева проснулась. Все, а Марине еще до учебы. Есть время. Ну, пешком пойдешь, отец тебя увезет. Ну, конечно, а что? Ты сейчас убери все это, домой занеси. И все, и папка тебя увезет. Девочки, собралась пообедать. Виталя мне, значит, взвешивает. Ищет в интернете, сколько надо риса есть, чтобы я не объелась. Так, ну что, посмотрели, в общем, мы изюм. Девчонки, вот такой вот изюм за 50 рублей. Виталя его помыл. Ну, девочки, эконом-вариант. Мне кажется... Средний изюм такой, потому что Виталий попробовал, там попадают эти... Палочки. Палочки, ага. Ну, на стряпню, в общем. Лишь бы не гнилой палочки-то, ладно? А ты хрустеть хочешь? Почему? Палочки вымываешь просто. Муж ездил, Марину отвозил. Хватит тебе 105 грамм. Ну, мясо же еще будет. Ну. Купил щедрое лето, чтобы масло сливочное не тратить, потому что масло сливочное дорого, а на выпечку маргарин само то. Просила Виталю кекс постряпать. И он будет кексик выпекать. Кексик с этим, с добавлением какао. Сливки сейчас открою. Хватит тебе ноги. 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 Вот так вот, девочки. Чтоб не объелась, мать. Нормально это? Личканул, наверное. Ну, нормально. Ну, я же еще чай попью. Я еще хочу. Тут овощей еще нет. Ну, огурец порежу. Так что такой вот у меня обед будет. И чаек буду со сливками пробовать. Заходила в комментарии, читала ваши. Огромное вам спасибо. Что, мне хватит цена огурца? Мало. Мало? Не, мне хватит. Ладно. Ладно, говорит. Ну, 4 кусочка. 4 кругляшка. Отварной рис. Курицу вчера жарили с яблоком. Печеным яблоком. Люблю, девочки, печеные яблоки. Сливки открыла. Ну, сливки как сливки. Нормальные. Можно брать, кстати. Вкусненько. Вкусненько. Люблю чай с молоком. С вами, девочки, попрощаться хочу. По комментариям. Про комментарии, девочки. Пишите разные комментарии. Ну, тут одна женщина, значит, пишет мне.
А, что? Да не одна писала, девчонки, что у вас все впереди, да дети-то ваши уедут куда-нибудь, с кем-нибудь свяжутся. А, Виталя сейчас он тоже это, подчитал. А где у меня телефон? Телефон потеряла. Телефон у меня стоит, я видео снимаю. А второй телефон там убрал. И удивляюсь таким комментариям, которые желают вот, не желают вот какого-то добра, да, какого-то позитива, а вот шлют один негатив. Все у вас впереди. Мне многие девочки так говорили, раньше говорили. И вот твои дети, сейчас вот они вроде как маленькие еще, вот пойдут они у тебя в школу и начнется. И то, и пятое, десятое. Ну, слава богу, ничего у нас не начиналось. Дети у меня учились и продолжают учиться. Неважно, как они учатся. Они у меня не двоечники, не отличники, конечно, но учатся они у меня более-менее нормально, я считаю. А у кого-то учатся хуже, но я понимаю, что у вас там дети отличники, да? Да, они там гении все. Ну, все замечательно у вас, да. Слава богу, я за вас рада. За меня тоже можете радоваться. Не надо вот такие вот комментарии писать, что все впереди. Вот ребенок сейчас у тебя уедет учиться, и вроде как и начнется. Слава богу, мои дети не безголовые, они у меня в школе ни с кем не связывались. И я их, как говорится, учу, да и они у меня и сами знают. Вот у нас Виталя, например, взять Виталю, Даню. Нет таких друзей, с которыми, вот, как вы говорите, связываются мои дети и куда-то лезут, куда не надо, как у некоторых. У некоторых такое и есть. Не дай бог такое, конечно. Ну, раньше было, вот, но вот сейчас они скучно с ним. Ну, ты с кем-то связывался, что ли, прям? Ну, общался вроде как. Ну, это общение, но это общение, разные вещи, да. Правильно? А, когда ты общаешься с таким человеком, ты понимаешь, а потом на него смотришь и думаешь, ну, что-то он чем-то занимается не тем, я с ним не буду общаться. А есть конкретно дети связываются, занимаются непонятно чем, и потом попадают непонятно куда. Не дело. Дай бог. Вот. И так что пусть лучше кексики пекет. Правильно, да, сынок? Сегодня вот он собрался, парень, мне кексик испечь. Испекет мамке кексик, мамка кексика поест. Так что, девочки, будьте добрее. Учитесь радоваться за других. Желаю вам добра, желаю вам счастья и всего самого наилучшего я вам желаю. Так что я буду, девочки, обедать. У нас продолжается день, но у меня обед по расписанию, не совсем по расписанию, девочки. Время у нас уже начало второго. Вот. У меня сегодня планы были, но Виталий мне сказал, что мы погулять пойдем. Так что сейчас пообедаю, пойду с детьми гулять. А потом буду заниматься разборкой шкафов. Хочу навести порядки в этом, в сарае. Так что такие у нас дела, девчонки. Все у нас, слава богу, все у нас замечательно, живы-здоровы. И это самое главное. Так что все, девочки, заходите на Яндекс.Дзен. Виталя, ты мне создаешь этот, кто он? Инстаграм, девочки. Кто он называет? Телеграм-канал. Ты создал мне? А что ты туда будешь выкладывать? Ну, я не знаю, что туда выкладывают. Девочки, пишите, кто-то, может, в Телеграме уже как-то это освоенный, что там есть. Ну, ты сделай мне, ну, хотя бы я зайду, посмотрю, сделать. Подучусь, может, что-то это... Ну, чтобы не потеряться, чтобы было какое-то у нас... Связь какая-то была. Ну, на Яндекс.Дзен, девчонки, заходите. Все ссылки Виталий оставляет внизу в описании, девочки. Там все есть. Что ты смотришь? Кекс, я забыл, что там ингредиент. Я думаю, ты мне что-то хочешь сказать. Так что, девочки, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До скорых встреч. Да? До скорых встреч. Теплый листа, ага. Недавно отварил.